Большое ухо и глаз Копенгагена. Репортер итогов дня первым увидел секретную шпионскую башню, построенную для слежки за Россией. Почему в датском парламенте наша страна и Путин – это тема номер один? Русские самолеты летают над Прибалтикой. Ваша непредсказуемая политика нас пугает. А что думают об этом простые жители? За что? За дружбу народов. Русские плывут. Специальный репортаж. Западные журналисты в последнее время просто соревнуются в производстве фейк-ньюс. Из-за массовой истерии вокруг мнимой российской угрозы в каком только виде Москву не выставляли. А шведов так и вовсе однажды поймали на откровенной лжи. Плановые российские учения в Балтийском море они назвали подготовкой к большой войне, вызвав настоящую панику у населения. Якобы проходили эти учения всего в 15 километров от шведских берегов. Хотя это бы означало, что наши корабли вошли в шведские территориальные воды. А в Латвии так и вовсе решили пожаловаться на Москву в ОБСЕ и НАТО. Мол, ракетные тренировки – не что иное, как российская провокация и демонстрация мощи. Ну, как говорится, каждый видит то, что хочет. В Дании истерия достигла такого размаха, что местные власти решили построить шпионскую башню для слежки за Россией. Проект долгое время держался в строжайшем секрете. И каких только картинок не нарисовалось в головах журналистов. Вот мы тоже попытались себе ее представить. Строить станцию на острове Борнхольм. Ее высота около 90 метров. Это в 3 с лишним раза меньше, чем Эйфелева башня, например. Но и задачи у датской совсем другие. По планам военных она должна заменить закрытый 5 лет назад радиолокационный комплекс, построенный еще в конце 40-х, и перехватывать сигналы российских подлодок в Балтийском море, чтобы Копенгаген имел точное представление о военных планах России. Алексей Петрушко, кстати, единственный журналистом, кому удалось попасть на секретный объект, увидел, как в действительности выглядит эта башня-шпион. И выяснил, неужели в Дании, правда, все так боятся Москвы. Русские плывут. Специальный репортаж. А теперь нам вышел срок, едем прямо на восток, мимо острова Буяна. Вот если бы Пушкин писал о царе Салтане в нынешних геополитических реалиях, мимо он бы точно не проплыл. На современных картах это уже, правда, не Буян, а остров Борнхольм, что созвучно Стокгольму. Ведь до Швеции тут гораздо ближе, чем до самой Дании. Зато Россия на переднем фланге. Когда давным-давно здесь хозяйничали викинги, Борнхольм был сам по себе, свой собственный. Затем остров долго делили между собой Швеция и Дания, превратив его в перевалочную базу, а базой шпионской он стал во время Холодной войны. С виду это обычная датская провинция. Пряничные домики, пустынные улочки, как будто местные, испугавшись русских, то ли спрятались по подвалам, то ли из них не выходили. Смотри, если когда-нибудь начнется война, то первая бомба упадет именно сюда. Майкл Мюллер русских не боится. Местного активиста считают чуть ли не агентом Кремля. Вот показывает он за макушками деревьев 3 мощных локатора. Но это не какая-нибудь система ПВО, а верхушка шпионского айсберга. В 60-х там вырыли бункер, в котором даже предполагалось хранить атомную бомбу. А сейчас там много экранов, аппаратуры, которая наблюдает за русскими кораблями и самолетами. Правда, когда я там был ночью, в бункере дежурил только один охранник. Так может и нет никакой русской угрозы, а слухи о строительстве нового сооружения, подслушивающего Москву, сильно преувеличены? Датская разведка анонсировала строительство вышки размером со статуи Свободы. Но что за статуя Свободы получилось в итоге, вы можете видеть сами. Сама мачта больше похожа на телефонную. Крошечная будка, на заборе замок. Может, хоть камера видеонаблюдения обратит внимание на любопытных журналистов из Москвы? Так нет, только 2 скучающих тракториста. Что это за вышка? Военные. Но мне, честно говоря, пофигу. Они выбрали это место, потому что оно находится в 140 метрах над уровнем моря. О технических параметрах известно, в общем, немного. Станция вроде как охватывает прибалтийские регионы, даже некоторую часть России, куда охотнее военные демонстрируют вот эти кадры. НАТОвские истребители сопровождают русского медведя, бомбардировщик Ту-95 во время плановых учений, что важно, в нейтральных водах Балтийского моря. А теперь, что называется, почувствуйте разницу. Разведывательная башня времен Холодной войны. Говорят, тогда сооружение было не столько ухом Запада, сколько вопросом репутации и рейтинга Дании в НАТО. Но выглядит все и правда серьезно. Вот высокочастотный приемник. Производство США шпионил до 70-го года. А этот прибор шифровал данные разведки спустя много лет.
Это уже делали при помощи компьютеров. В начале 2000-х вышку модернизировали, потом сразу закрыли за ненадобностью, а когда спустя 4 года из станции прослушки сделали музей, военные вдруг снова вспомнили о русских. Я не думаю, что здесь русских боятся. Бедные датские люди, как и бедные немецкие люди, под давлением вошли в это НАТО. И мы фактически должны делать то, что нам скажут Великобритания и Америка. Копенгаген, дворец Кристиансборг. Здесь, в старинных убранствах королевского парламента, русский Путин – тема номер один. Когда я был министром иностранных дел, Россия разговаривала с НАТО. Но теперь Крым захвачен, русские самолеты летают над Прибалтикой. Ваша непредсказуемая политика нас пугает. Датский парламент, вообще-то, до приезда итогов дня считался самым либеральным в Европе. Премьер-министр Расмуссен отчитывается перед парламентом. То есть судьбоносные решения, в числе которых увеличение оборонного бюджета, принимается примерно так. Зал даже не полупустой. Но прогулы здесь никто не считает, и даже у бывшего министра обороны к первому лицу вопросов нет. Началось все с Крыма. Потом было вмешательство России в американские выборы. Теперь вот инцидент в Солсбери. То есть доказательства вам не нужны? Я, как парламентарий, доверяю своему парламенту. И снова остров Борнхольм. Так может, хоть здесь парламенту не доверяют, а Крым действительно как кость поперек горла. Могли бы вы показать, где находится Крым на карте? Что показать? Должно быть где-то здесь, я не знаю. Может быть здесь? Но если до Крыма местным нет никакого дела, так может хоть в русском ресторане под водочку с пивом, борщ и блины они наконец разоткровенничаются. Я не могу простить русских за год, который вы провели на нашем острове сразу после окончания войны. В мае 45-го советские войска на самом деле освобождали Борнхольм от фашистов, однако простояли там еще год, пока Дания не пообещала иностранцев на остров больше не пускать. Обида, судя по всему, осталась, но вот парадокс, русские здесь по-прежнему помнят и даже разговаривают. За что? За дружбу народов. Валерий Лихачев, солист датской королевской оперы, объехал с гастролями полмира, но именно на Борнхольме советский эмигрант чаще всего поет на бис. Пять хитов, вот пять, именно те гаубицы, да, это «Подмосковные вечера», «Очи черные», «Катюша», «Калинка» и «Дорогой длинной». Пять хитов, без которых меня на сцену просто не выпустит импресарио. Один из героев сказок Андерсена однажды сказал: «Не понимаю я эту вашу Борнхольмщину». И правда, раз датские военные решили шпионить на острове за русскими, то как тогда могли не услышать балалайку, которая после разоблачения Лондона с гречкой могла бы вполне стать новым секретным оружием Москвы? Алексей Петрушко, Даниил Каратун, Павел Морозов и Николай Корольков. Итоги дня. Ну и вот как раз между Россией и Великобританией в Средиземном море произошло свое состязание, тоже в каком-то смысле в точности слежения. Эпизод этот описала британская «Таймс». Итак.